Доброго времени суток, дорогие коллеги! С вами Кононова Аня, интернет-проект Фаберлик Онлайн. И сегодня я снимаю это видео по просьбе, не знаю, десятков новичков, которые говорят, что у них не видны денежки. Так вот, в подарок, да, денежки в подарок, нам сейчас компания дарит деньги, обязательно проверяйте на предпоследнем шаге заказа, списались у вас эти деньги или не списались. Значит, как их найти и что нужно сделать, чтобы у вас это все появилось? Это акция новая. И все новые акции, они не действуют на старую корзину. И это будет действовать на год вперед, год назад, это все одинаково. Когда запускается какая-либо новая акция, то все старые корзинки нужно удалять обязательно. Вот, значит, мы заходим в раздел «Мои заказы» и чистим старые корзинки. Пусть они даже будут нулевые, да, пусть они даже будут нулевые. Тут у вас должен стоять слово «черновик». Черновик, и даже если там будет 0 рублей, этот черновик вам помешает воспользоваться новой акцией. И это очень-очень важно понимать, что если тут есть черновик у вас в разделе «Мои заказы», то тогда его нужно удалять. Еще можно проверить в разделе «Мой счет». Также, да, иногда бывает, что и тут черновики, да, вот тут, видите, корректировка плюс промо-скидка 200 рублей. Вот вы видите ее сейчас, да, вот обязательно это посмотрите, да, то есть мне компания начислила 200 рублей на заказ, хотя я старший национальный директор, и я в компании уже 2,5 года. Компания никого не обделяет, ни новичка, ни директоров, которые уже давным-давно на проекте. Да, то есть смотрите, обязательно посмотрите этот раздел «Корректировка». Если у вас тут нету этих денег, может быть, что-то где-то вы не досмотрели или не удалили черновик. Если да, если есть корректировка, то черновики нужно удалять. Да, значит, мы с вами договорились. Раздел «Мои заказы». Раздел «Мои заказы». И вот тут, если у вас стоит прошлый черновик, то у вас не будут отображаться эти деньги, потому что этот черновик был создан до того, как были внесены коррективы по поводу любых акций. Да? Вот очень часто у нас бывает акция 1 плюс 1 равно 3, которая бывает в промо по духам, да, по парфюмерным водам. И вот самое интересное, что новичок в прошлом периоде что-то понабирал в корзину, заказ не утвердил, не отправил. Это все в течение суток удаляется. И вот этот черновик с прошлого периода, он висит. И когда этот черновик висит, то получается, что у кого-то видно, у кого-то не видно, 1 плюс 1 равно 3, поэтому будьте тут внимательны, в чем суть, что нужно обязательно все черновики удалять, да, то есть если у вас какие-то до этого были заказы или еще что-то, они обнулились, обязательно удаляйте. Ну и теперь давайте с вами зайдем. Я обычно, так как в течение суток у нас с вами не хранится в корзине ничего, то я вот очень люблю в раздел «Избранные» что-то добавлять. И из избранного я уже добавляю самые такие вещи, которые мне нужны. Вот на данный момент при таком широченном ассортименте я прозевала, что у ребенка кончилась вот эта вот, да, нежно моющая пеночка. Мы ее используем для интимной гигиены, для доченьки. Она идет серии 0+, хотя нам 4 года, но эта пеночка такая нежная и классная, что мы все время ее берем, мы все время ее покупаем. Если у вас есть детки, да, там до 10 лет, вот это средство, оно просто великолепное, да. И далее, конечно же, я прозевала в жару все моющее для ребенка. Я не знаю, есть ли оно у меня в моих любимых продуктах. Сейчас с вами посмотрим. Если нету, заодно... Так, нету, да? И заодно, значит, мы с вами видим косметика, да? Так, детям, для губ, для кожи, для ванны и душа. Вот этот вот раздел. Сейчас сайт обновился. Одно удовольствие на нем работать. Вот это вот мое любимое средство. Я его добавляю в избранное. Нажимаю на сердечко, и оно у меня всегда будет в корзинке, чтобы я, не дай бог, не забыла его в следующий раз добавить. У нас на самом деле кончилось, у нас осталось средство только вот это вот, две штучки, и все, вот вы представляете, и ребенок купается два раза
раза в день, потому что на улице жара, солнце, пекло, и сколько ее не мой, она все равно липкая, да, вот, и вы понимаете, все абсолютно все израсходовали. Да, поэтому я возьму, так как мы переезжаем в этом каталоге на новую квартиру, то я возьму 5 штучек, но обычно я могу брать штучек 10. Далее, значит, о чем мы с вами поговорим. Вот эта вот пена для ванны для детей, она идет как строительная, она идет классная, крутая, и я тоже ее нажимаю купить. И сейчас мы с вами посмотрим, как оно в заказ добавляется. Да, добавить в заказ. И вот когда у нас корзина наполнилась, да, вот сумма 1495, я нажимаю оформить заказ. Нажимаю оформить заказ, и мы с вами посмотрим, как оно списывается. Значит, тут мы можем с вами дозаказать, что нам хочется, да, то есть 1495, 1994 балла. Обратите внимание, балл тут полный идет, что здорово, что классно. Я не смотрю часто какие-либо акции, иногда оно все пересчитывается. И вот сейчас мы с вами катим колесиком самый-самый низ и нажимаем «Продолжить оформление заказа». Но перед этим, если вам хочется, вы должны удалить все каталоги, если они вам не нужны. Вот я, к примеру, работаю через интернет, я их очень редко заказываю. Но мне очень нравится журнал Faberlic Start. Я его заказываю пачками, потому что на земле я тоже рекрутирую. Я совмещаю. Мне без разницы, откуда ко мне пришел человек. Да, вот ко мне недавно зарегистрировалась девушка из Мурыгина. И по идее я вам показала, как удалять, но я не буду удалять. И когда она ко мне придет в гости, я ее к себе позову, я ей все каталоги подарю. Все прайс-листы я ей подарю. Да, то есть и это здорово, это круто. И она уже будет знакома с продукцией. Да, вот, конечно же, тут же у нас с вами есть и Faberlic Club программа, которую вы можете забрать, сколько бонусов у вас накопилось. Сейчас у нас с вами подарки идут от 5 бонусов. Это вообще невероятно здорово, да? А как вы понимаете, VIP-консультант, который делает лично 100 баллов, он может забрать 20 масок в подарок для лица. 20 подарков за то, что вы VIP. Да, 10 подарков за то, что вы делаете 50 баллов, плюс объемная скидка, плюс у вас увеличивается скидочка до 26% на основной ассортимент, на дополнительный ассортимент у вас все равно будет меньше, да, вот смотрим, группа за 5 бонусов, да, что дарится, группа за 10 бонусов, в ассортименте мыло зубные, крем для кутикулы, да, 15 бонусов. Ну, я уже тут сейчас не поеду, да, то есть чем дороже подарки, тем они круче, да, как вы видите, тут уже мыло, устраняющее запахи, тут уже этноботаника, тут уже, да, такие серии клевые, да, ну и, конечно, самое дорогое, это набор постельного белья, я сейчас коплю на него, я хочу этот набор постельного белья, 1320 бонусов что-то разобрали, вот есть набор из 3 полотенец, то есть вам, кстати, логотип Faberlic, полотенца класс с удивительной впитывающими свойствами, вообще прям шикарное полотенце, какой-то промо-дисплей, да, тут идут колье, вот, да, как вы видите, очень много, да, вот прям выбор просто наишикарнейший, тут можно взять и порошок, и средства для дома, и так далее, в общем, я не буду на этом заостряться, да, сейчас у меня 533 бонуса. Да, если я буду брать, допустим, маски, да, 533, поделить на 5 бонусов, это получается, я могу взять все в подарок 106 масок, и они мне все придут. И это круто, дорогие коллеги, это круто. Да, то есть ни в одной компании нет такой программы, ни в одной. Вот, и далее с вами давайте посмотрим, как же оно все-таки списывается, да, то есть я вам все это показала, я нажимаю «Продолжить оформление заказа». Шаг третий, утверждение заказов. Это меня просят забрать в Faberlic Club. Они никогда не сгорают. И вот тут мы с вами видим, что у меня скидка списана 200 рублей. Вот, промо-скидка списана, деньги в подарок для заказа в 11-м периоде. Все, мы с вами, если нажимаем утвердить заказ, я еще буду по VIP-консультанту, да, я VIP-консультант, и за 2 недели до начала продаж я имею право заказывать одежду, еще что-то, я не все заказала, что хотела, и там появились новые модельки, да, я утверждать не буду. Но, в принципе, вот она, скидка списана, 200 рублей. Не забрали до конца периода, она у вас сгорела. Если забрали, отлично, у вас
скидка, мало того, что 200 рублей, то есть доставка бесплатная, еще 50 рублей в подарок получилось, да? Вот, значит, что еще хочется сказать, да, если вам интересно посмотреть, да, то я возвращаюсь к выбору промо-акций. Вот, и тут есть вот такие вот акции консультанта, да, во-первых, по акции консультанта я могу брать все, что мне захочется, да, вот видите, акция 1 плюс 1 равно 3, туалетная вода, бьюти-кафе Каприз 60 мл, до конца этого периода вы можете забрать эту водичку в подарок, берете 2, применяете изменения, третья вам падает в подарок, да, таким вот образом, да, то есть вы взяли, две штучки, давайте с вами, вот, раз, два, выбираем, потом нажимаем кнопку «Применить изменения» и смотрим, что у нас появилось в накладной. Это здорово, количество пар, которые вы можете взять, оно не ограничено, да, смотрим, одна водичка за рубль упала, а две водички за 740 рублей упала, да. Туалетная вода стоит 999 рублей, парфюмерная, простите, да, 999 рублей. А далее также с вами смотрим, что у нас еще тут есть. Давайте я нажму опять вернуться к выбору товаров, и зайду в раздел промо-акции. То есть вот тут вот очень интересно, да, то есть вы тут можете регулировать, увеличивать, уменьшать, и мы с вами попадаем в промо-акции. Такой маленький у нас с вами будет мини-обучалочка, да, потому что акции консультанта сверну, акции распродаж. Вот тут все идет за половинчатый балл. За половинчатый балл. Поэтому смотрите внимательно, да, почему бывают большие заказы, потому что в акциях распродажах все бывает половинчатый балл. Акции каталога. Тут наши с вами бонусы за покупку, которые мы можем с вами забирать, если нам захочется, да. Также нужно применять изменения. Далее вспомогательные акции, это каталоги. Далее промо для VIP-консультантов. 4. Да, вот тут идет программа VIP по итогам 8 компаний, то есть я не все привилегии забрала, и промо для VIP-консультантов идут точно так же, как и для акции новичка и стартовая программа. То есть если вы оформили стартовую программу и вы забыли забрать подарки по стартовой программе, то они вас ждут 3 каталога, поэтому волноваться не нужно, можно забрать сразу 2 шага. То же самое, да, вот смотрите, новинки для VIP-консультантов, я имею право за 2 недели до начала продаж их брать. Смотрим. Новинок много в данном периоде. Одежда есть, но не вся. Но я уже много что заказала дочке, мужу и себе. Очень много. Единственный минус это меньше, больше 50 штук новинок брать нельзя. Вот в чем суть. Очень жалко, конечно. Вот оно появилось, да, и как мы с вами видим, все новинки. Ультракондиционер для белья, да, восстанавливающий крем комфорт для чувствительной кожи. То есть я вот из-за этого не утвердила заказ, потому что я очень хочу вот это вот все заказать. Да, вот пробники я обязательно закажу, потому что вот мне очень нравится, что я имею право все это забирать и уже вам рассказывать, да, этим пользоваться и уже вам рассказывать. Вот, значит, такая вот вещь классная, как новинки за 2 недели до начала продаж. Давайте мельком пробежим, что же там еще есть. Свитера для мужчин, новинки следующего периода, да. Также есть водолазки, да, поехали. Также поехали, это все пока что мужское, да, трикотажная толстовка на молнии, да, вот это все я уже могу покупать. Поэтому VIP-ом, в принципе, быть выгодно. 9 периодов подряд по 100 баллов, и вам это будет доступно. Вот. Ну, это, конечно, VIP-программа, она идет по желанию. По желанию и вам не обязательно, да, просто смотрим, да, какие новинки для VIP-консультантов мне доступны. Я тут даже вот, вы знаете, уже палец устал мышкой крутить, да, вот мы тут с дочкой на 3 часа зависли, чтобы выбрать себе все, измерить, все подмерить, да, как вы видите. Огромный выбор. И цвета, и все как бы указано, тоже очень-очень удобно. Но мы, конечно, сравнивали это и по каталогу.
Это я все кручу. Да. Вот таким вот образом. Поэтому, конечно, компании Фаберлик очень много привилегий. Главное про них знать и как их забрать. Вот очень часто новички говорят, меня обманули, мне денег не дали, хотя смс-ку послали. Так вот, дело тут в черновике, в обычном черновике, который вы набирали ранее и забыли удалить его. Да, вот смотрите, кардиганы, вот они пошли новиночки наши дорогие, да, уже все можно брать. Сегодня у нас старший директор Александра Гаранжа проводила вебинар как раз вот по этой новой коллекции. Мы уже можем все, что нам захочется взять, купить, это круто. Так, тут уже еще без изображения идет, да. Да, тут вот и как раз помады вот эти вот новинки. Ну, шикарно, панчо, мне они уже пришли, кстати. Вот, далее смотрим, да, тут и слепоны для девочек идут, черные, синие, зеленые, красные, все, пролистали, да, как вы видите, выбор шикарный, выбор классный, нажимаете выбор, нажимаете применить изменения, они вам также падают в корзину. Вы знаете, очень часто такое бывает, что новички говорят, у меня нету денег, чтобы сделать заказ, там еще что-то. А я считаю, что любой новичок, он очень сильно переплачивает, покупая в магазине. Потому что только у нас столько скидок, столько акций, столько подарков, которые просто, как вам даже сказать, которые просто вот они невероятно крутые, да, у компании Фаберлик собственное производство, собственная фабрика, она отвечает всем ГОСТам, стандартам, СанПинам. Ваши дети, они застрахованы от всего, от всяких подделок. Вы застрахованы от подделок. У нас есть и витамины, и одежда, и обувь, да. То есть, конечно же, у нас есть и косметика, да. Косметика все-таки это раньше считалось ассортиментом. Вот, поэтому, конечно же, смотрите, выбирайте все, что вам захочется. И знаете, как списываются подарочки. С вами была Конна Ваня, интернет-проект Фаберлик Онлайн. До встречи с вами в новых видео. Очень была рада вам сегодня ответить на вопросы. И, конечно же, обращайтесь, и я буду вам снимать видео. Кстати, 51 балл на 3800 рублей. Вот вам видео опровержение людей, которые очень любят говорить, что в компании Фаберлик все 150 рублей балл. Вот как вы видите, 3840 рублей у меня вышло на 51 балл. А купила я, как вы видите, только то, что у меня в доме закончилось по одной, по две штучки. Да? Почему это 5? Я вам говорила в начале видео. Вот обратите на это внимание. Ну все, теперь пока-пока. Говорить я могу бесконечно. Вот. Была быть рада вам полезной.